Всем приветики! Знали ли вы, что через Google Переводчик можно переводить текст прямо на изображениях? Для этого нажимаем «Камера». И вот у нас текст на картинке английский. И можно прямо на ней его перевести. Вот так это выглядит. По-моему, очень круто. Раньше надо было переписывать, переводить, а теперь не надо. Все переводится как бы через камеру. Если не получается перевести, надо просто по-другому расположить камеру и еще раз просканировать. Вот. И тогда оно все покажет. Эти места, которые я не показал, еще раз можно пересканировать. Вот сейчас уже все пока. Хотя какие-то моменты не показывает. Просто текст маленький, поближе тогда. Вот сейчас уже все показывает. И таким образом можно все переводить. Вот такая вот удобная штука. Так что если кто-то не знал, то вот вам подсказочка. Можете пользоваться. На этом все. Всем покедова.